Представляем стартовый состав команд. Мартин Матушек. Номер 18 – Доменик Шпавелко. Главный тренер команды – Йозеф Цапла. Стартовый состав сборной Словении. The lineup of the national team of Slovenia. Номер 1 – Аднан Голубович. Номер 2 – Матик Рея. Номер 5 – Ян Гуглишевич. 6 – Роб Язвец. Номер 7 – Дино Хотич, капитан команды. Номер 8 – Жан Бенедичич. Номер 9 – Пьян Пол Шаубер. Номер 10 – Домен Черниговый. Номер 11 – Петр Стоянович. Номер 14 – Ян Андреяшич. Номер 17 – Жур Цурк. Главный тренер команды – Милош Костич. Матч обслуживает судейская бригада в составе. Главный судья матча
the main referee of the game, Anton Batalov. Помощники, assistants, Иван Абросимов и Александр Добролюбов. Thank you.
Hey, Jimmy. Thank you.
Меч забил Витязлав Херличка, номер 10 сборной команды Чехии. The goal for the team of Czech Republic was scored by Витязлав Херличка, number 10. Pojďme hned do nového.
Замена в сборной Словении. Вместо Жура Цурка, номер 17, на поле вышел Якоб Цон, номер 16. Substitution in team of Slovenia. Якоб Цон, number 16, goes for Жур Цурк, number 17.
воду. Slovenia was scored by Jean Benetic, number 8.